Мур, привет, друзья! Вновь новостная рубрика от Зверько. Изменения в патче 1.2.98. Скин Виксаны нам обещают с 29 июля. Ждем. Давайте начнем с предметов. Свиток души. Увеличили магическую силу на 10, теперь она 20. Кираса грубой силы. Теперь будет увеличивать и магический урон. Но лишь немного. 10 единиц за стак, итого 50 при фулл стаке. Господство льда. Уменьшает шанс критического удара на 10. Было 5. Сокращает КД на 10%. Было 15. Стал дешевле на 50 золотых. Итак, изменения героев. Кае. Первый навык. Увеличен множитель магического урона до 60. Был 20%. Ульта. Также увеличен множитель магического урона до 150%, было 120%. Хаябуса. Стартовые ХП уменьшили на 50 единиц. Теперь 2629. Если вы точно знаете, зачем такие мелкие изменения, напишите в комментариях. Неожиданно. Эйдора. Первый навык. Увеличен урон на 50 на каждом уровне. Пассивная часть навыка, которая уменьшает магическое сопротивление, теперь не постоянно 15, а 12 плюс 3 и множитель уровня навыка. Ульта. Увеличен урон на 100 по первой цели. Неожиданный апоидоры. Алиса. Уменьшили КД ульты. Теперь оно 40, 35, 30. Увеличили прирост ХП от уровня. Роджер. Превращение в человека. Раньше щит давал только 200 единиц защиты. Теперь будет вырастать этот уровень защиты до 350 с уровнем. Лолита. Фикс визуального эффекта щита после смерти. Внимание, Сирена. Второй навык. Теперь имеет максимальный стан 2,5 секунды. Добавлен эффект. Если цель получила стан более чем на 1 секунду от этого навыка, Сирена ускоряется на 40% на 2,5 секунды. Что я и говорил, имбастан будут нерфить. Сейчас пробуют решить эту задачу с помощью ускорения. Мия. Исправлен визуальный эффект первого навыка. Гатот. Исправление ряда багов. Лесли. Исправлен баг, когда не удавалось захватить цель ультой. Дигги. Исправлен баг, когда бомба наносила урон дважды. Бальмонт. Исправлен баг, когда Бальмонт под вторым навыком мог телепортироваться на базу. Леоморт исправляет баги с управлением, поскольку он в ульте должен перемещаться, беспрестанно атакуя, настраивает управление. Акай. Пассивка. Теперь щит составляет 6% от максимального ХП вместо 8%. А его метка от второго навыка, которая увеличивает урон, теперь стакается с золотым посохом. Олдос. Второй навык. Улучшено управление, чего бы это ни значило. Ульта. После активации показывает иконки со значением ХП, что облегчает поиск цели. Люнокс. Первый навык светлой стороны. Увеличен магический множитель до 110 вместо 100%. Ульта светлой стороны. Увеличен магический множитель до 50%. Было 40%. Заменена пассивка. Раньше за 1% КД навыков давалось 2 единицы магического сопротивления. Теперь дается 1,5 брони и 1,5 сопротивления магии. Как я и говорил в обзоре, усиливают светлую сторону, что очень правильно, поскольку она отстает от темной. На этом все. Подписывайтесь, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!